Так, проверяем сейчас. Раз, раз. Стрим пошел, нет. Глядим, все дружно. Вот я не буду глядеть. Давай, сейчас. Сука, играй стрим, блядь. Да какого хуя это офлайн, блядь? О, лайв. Сука, тупой твич, блядь. Так тормозит, что я уж забеспокоился, блядь. Заведите. Посмотри, вот это точно лайв? На встрече экстремальных спортсменов. Лайв. О, пидор, блядь. Так, и кибер, пожалуйста, проверь. Так, ну если все, то давайте я пересоздам, потому что 20 минут уже, блядь, игра висит, это не есть хорошо. Давай. Витэл. Так, ну вроде я так проверил, вроде окей. Если что, скажи там. Главный кибер, да, конечно, запускается. Пропалить. Там хоть задержка поменьше. Так, ладно, чё, давай. Убери окно, убрал. Третья встреча ещё не залилась? Ой, стабан. Монголия против... Как обычно. Мы играем за Монголию. Так, а... А, давай-давай. Англию берите уж. Молнисто. Да не, по минимуму погода. Да, мне третью. Чё, братки, чую будет? Я, что и ну, будем, да, проебывать, потому что Жгун как-то очень хорошо играет. Ладно, сейчас. Разберемся, браток. Ну ничего. Ты, главное, стой эпохально на воротах. Тогда будет шанс. Блять, зря я нарушил. Хотя, может, и не зря. Зря. Такие, блять, они фокусы, сука, выкидывают на мяч, еще прыгают. Да, это местные кудесники мяча. Такие дурачки. Браток. Да сука. Всех растолкал. Не ошибись только. Я уже впереди. Отлично. Молодец.
Ну, надо было поближе к штанге, конечно. Боже, да как я наткнулся на него? Да почему? Я же локтя выставил, блин. Ну ты, ну, криви на центр-то, ты прям бьешь по диагонали, так не всегда можно поймать мяч. Чуть-чуть на центр подкручивай, чтобы он не уходил так сильно в резко, в угол. Бери, бери, бери. Давай, давай, успеем еще. Либо бей, либо красный, но, блин, да, тут уже... Я вот больше всего ненавижу, когда я уже делаю прием, блин. Ну, браток. Я не успел кулачить. Ты нажал? Ты просто мог Б нажать, ну ладно. Да что и делается-то? Давай, выручай, браток. Отлично. Давай, попробуй снести его или мне оставь. Да ладно, зачем? Ты вот зачем выбежал? 3-2 был, не бегай. На всякий случай. Пока сильно не проебываем, не надо бегать. Только в критической ситуации. Да ёпта, блин. Почему так криво стал? Бери, бери, бери. Давай мне. Опять ты видишь, куда даешь? Блин, ну это вот проблема, то, что получается не прыжок, а хуйня. Даже на пенальти такая была, блин. На пенальти, блядь, все бил, сука, в перекладину, блядь. О, браток, эпохально. Пасуй. Толстый вратарь прибежал. Нормально. Ну да. Один мяч, но затащили. По слабых возьмем. Да, по классике, я думаю, пойдем. Поставь что-нибудь для прикола. Ветер поставил. Маленький смерч.
Вот, хорошо. Отлично. Сработал. Ух, ебать! О, вот это красивый кол. Вот это твоих вообще пробег. Неожиданно, конечно. Прыгай, прыгай, выноси, он же тебя сшибет сейчас. Ах, браток. О, блин, нету гола-то, ёпта. Мой косяк, извини. Чё? Надо было водителя супером бить. Да нет, там достаточно было сразу выбить, а то жгун уже успел там позицию занять такую перехватывающую. Чё, ничего. Сейчас смерч его заест. Браток. Да, я так и думал. Не сгадал. Давай, соберись. Да блин. Не шути так. Блять, ну это что за сука? Да, вот невезуха. Чё-то я ты как-то это. Лучше же стоял-то. Давай. Косяч. Блять. Блять, что-то. Ты, блин, ты вообще на Б нажал, но вещи не отбил. Творишь. Смотри, ты очень слабый, больше вообще нельзя ничего в руки брать. Да блин, он вообще не двигается, сука. Застыл, блядь, там. О, распутник выбежал, отлично. Сейчас мы сшибем жгуна. Все будет хорошо. Блядь, сука, сработала хуета. Ну ты ё-моё, ну ты чё творишь? Да, я ворота потерял. Блин, ну смотри на карту. Вообще, все 4 гола, блин, твои. Блять, как он, сука, смог. Кулачьем. Нормально.
Не дергайся сейчас на угловом. Так, закончил, сейчас посмотрю, что у вас. Все три матча записал? Да, кроме третьего. Выпинывай, выпинывай! Какой давай, счет заби, сильно забивай. Забивай. Молодец. Какой счет? По мини-батлу 1-0 в нашу. Вот играя, вторая игра, 6-4. Пока ведем. Офигели, офигели. Спокойно. Давай на центр, как обычно. Блядь. Знаешь же, что суперкубок Украины идет? Вратарь такой слабый. Ну ты пропустил-то не меньше его во втором тайме. Да ёпта! Сука. Да, тут вообще никак. Силой взяли. Давай пересоздавай 2-0. Сейчас я налью часи. Давай. Так, создавайте, жгун. О. Давай. Покури. Ой-ё. Блять, я же стримил, сука, забыл. Тут. Жгуна ждем. Жгун обычно быстро не курит.
Чё там, РВД, какие новости? Рассказывай пока. РВД. Все молчат что-то. Распутник с Жигуном не говорят. Только пишут. Стрим идет. Я да. Я готов. Чёрт. Чё? Выиграли 2-0. Пока да. Так, а Языч тут? Чаёк свой там убери куда-нибудь. Ну почему? Они взяли Аргентину. Блин, Жгун, прикинь, уже видео день назад залито, YouTube пишет, а все еще центр скрин не появился, обрабатывается, вообще дебилы. А Языч тут, да, нет? Пофиг, я там ссылку текстом скинул. Блять, где Языч, сука? Какой, сука, противный человек, а? Так, а кто хостил? Мы первый хостили. Так. Тут. Давай, мы сейчас играем гораздо более слабой командой, поэтому, блин... Давай, давай. 2-0 пока. Лидеры. Даже можно пропустить пару голов. Блин, да. Нет, не настолько... Я вот не могу такой настроить. Вот я тоже, меня бесит. Нет, есть такая вещь тактика, есть стратегия. Да вообще... Поэтому... Смотри, сейчас ничего в руки почти нельзя брать. А я в курсе. Да сука, почему опять не прыгнул-то, блядь? Говно. Да блин, ну почему? Я же отбежал, блин. Как он настиг меня? А Языч, мы 100 раз слабее, пожалуйста, вообще не выбегай в этом матче. Я бы забил бы, если бы... Ну блин, не надо. 0-0 и 0-0, нормально. Играем.
Да блять! Как он задел меня? Че вы там доиграли? О, ты чё пилота обещал на ебатал играть? Куда пропал? Блять, мамка в одноклассниках сидела, не мог согнать. Ага. Вы, видимо, будете и следующую раз чувствую уже. Молодец, отлично. Ну, кто уже играет? Боитесь, как барашки 2-0 дерут. Жгуны распутники. Полит. Димась, Вась. Так. Нихера себе. Чё ты это за кровоскока будешь? Мне пока не начинайте. Ты заебал язвич, блин. Ты играешь в мини-баттл, зачем начинаешь играть, если тебе чаёк там, блин? Мне кажется, запись сейчас. Мне кажется, надо запись. Сейчас, быстро. Давай. Таблеточка. Восьмого, да. Можно пол девятого. Слышишь, пол девятого, говорю. Да-да-да, слышу. Скажи, когда будешь готов. Сейчас таблетку прожую только. А чё ты чё, руками что ли жуёшь? Руки заняты. Я вам запиваю таблетку. Локтями. В одной руке у меня кружка. Классные хаки, братки. Ох, как у тебя улицы называются. Улица Адарасского. Это кто такой? Браток, ну ёпта. Зря долго запиваешь таблетку. Давай. Она большая. Все, все внимание на игру. Блин, ни чая, ничего, блин. Здоровье. Надо поправить. О, молодец. Видишь, это все, все я. К нам на гол 3 на большой турнир может кайнуть запишется еще. Класс. Да блять, ну почему он вверх-то не ударил, сука, я же вверх жал. Говно, блять. Отлично играет, вратарь. Блин, ему обыграешь. Ну, ну да, тут там ничего не мог сделать. Ну бот что-то тупил, блять, сука, урод, блин. Вы на чем, на дистопии? Да. Да ёпты, он же мимо ударил, блядь. Я сквозь него же бежал, блин. Отлично, браток. Нормально, нормально. Ну и браток, ну ты чё, блин, ну хуйню пропустил же, блин. Прямой удар от кого-то, прямой удар, ты уже стал, успевал стать, чё ты, блин. Блять, ну всё, сука, вот этот гол, блядь, дебильный, надломил, блядь. Стой нормально. Давай, выпинывай.
Вперед, вперед, ну пока я там один. Да блять, бот схватил что ли мяч из всех нас, блять. Это пиздец, сука, невезуха. Какого хуя он схватил, блять? Пизду. Вот ты только помешал, блять, Аязыч. Вот ты к тюрьме, блять. Может, я бы добил бы, если бы ты там не мешался. Пизду. Вот просишь тебя не выходить. Ты, блять, хуйню творишь. Мы проигрывали один мяч. Если бы я забил, то ну, мы блядь, бы была ничья. Пизду. Матч, блин, упущенных возможностей. Ну хуя ты пропустил второй гол такой идиотский? Ты слишком требователен ко мне, при этом к себе. Достаточно низкие требования. Так, блять, я требователен к себе. Из пяти моментов. Ну я забил мало, но, блин, этот распутник просто все угадывал. А ты вот от бота пропустил прямой удар. После молнии. Блять. Языч, все, давай. Тебе какой классный дипломатический сказал, да иди, вот ты слишком требовательный ко мне и слишком. Я, конечно, я не панкер и не тимлидер, но все-таки. Блядь, да заебал, давай играй. Вообще не имеет отношения сейчас. Это чистые бери эмоции, мне. Блядь. Чистые эмоции. Бери мне 12-го кота. Да они выбирают. А, я думал ты. Тут коленки, тут вообще не бегай. Блин, ну вот он не ошибается вообще, видишь? Ты говоришь, тут моменты не забываем. Он в прошлом матче два раза выходил из ворот далеко, и ты супером не стал бить. Да, вот здесь он ошибся. Ударил. Не стал бить, потому что супер я бы, может, не сделал, ты понимаешь, Аязыч? А там еще ветер был, смерч, молния, лужи. Ну неужели то есть, там ты трудно не сделал было. Супер? Ну я плохо делал супер. Я мог бы не сделать супер, а ты должен делать такие вещи. Ёбаный, сука. Нахуя хуйню ставить, блядь? Кто ставит? Жгун всякую залупу наставил, на максимум смерч поставил, блин. Мы сейчас охуеем же. Давай, пока я один, ну, посни, блин! Ну это просто пиздец. Нахуя ты пришел, Аязыч, ты мне скажи, блядь. Я тебе говорил, не выходи. Уйди нахуй отсюда, блядь. Ты только мешаешь, блин. Вот я... Вот если ты пропустишь сейчас из-за того, что типа ты на ворота, блядь, не сумел правильно встать, блядь. Мы вели 1-0, ты нахуя прибежал? Ты можешь, блядь, просто не выбегать, и все. Все будет заебись. Пиздец. Не спеши, мне, давай. Красавчик. Блядь, сука, смерч, ебаный. Ты издеваешься надо мной, блядь? Ты можешь, сука, не выходить, блядь? Идиот, сука. Я просил только что не выходить, блядь! Дебил, блядь! Я бы не дебил давно, блядь. Я бы не работал бы на тебя. Даже Вафута, тебя. Знаешь, что сказал, Давид? Блядь, я сейчас еще раз выйдешь, я с тобой играть не буду, блядь, Вафута даже. Ну ты пиздец, блядь, он дурак, что ли, блядь, у тебя мозгов нету, блядь, ты назло делаешь, я не знаю, какой вариант правильный, блядь. Сука, ты не выходи, куда побежал, блядь? Стой в раме, сука, лови, сейчас любой красный мяч какой-нибудь запустится и все, и пизда, блядь. Ты видишь, что погода какая, вот выходит, блядь. Ты ебись, классный пацан. Здорово, братки. Выпинывай, молодец.
Блять, чуть-чуть бы центрируй. Учись центрировать мяч, когда вы пинаешь. У тебя во всем я виноват, а ты нет, ничего не виноват. Почему? Я тебе не... Ты вообще сейчас классно а стоишь. Блять. Просто ты третий раз уже, когда выбиваешь, ты прям бьешь по диагонали. Ты жми чуть-чуть, чтобы когда мяч уже летит, ну чтобы, блин, он в центре оставался. Потому что игрок обычно в центре играет, а не на ауте торчит. Ёбаный ветер, блять, говно. Ну что ж так не прёт-то, блять. Столько моментов реально. И вот какую-то погоду наставили пидорскую, блять. Смотри, смерч. Ну бей же, бей! Блин, ты идиот, сука! У меня кнопка отказала. Да конечно отказала, надо было выйти. Я тебе сказал, не выходи, блять. Вот а ты как чё? Я должен был мяч выбить? От штрафной. Ты нахуя ушел в аут туда вообще, блядь? У меня кнопка перестала работать. Да конечно, если блядь, именно говорю, в этот момент. Это правда. Ну да. Блядь, а Языч, вообще не выходи. Можешь бить от штрафной, вот как распутник, блядь, выбивает. Вышел достаточно далеко. Стой просто на месте, блядь. Блядь, ёбаный, сука, смерч. Идеально. Вот ты стоишь гораздо лучше, чем когда ты начинаешь выходить, блядь. Давай мне, оставь мяч. Да не надо, ты чё, блин. Да сука, он не бежит, блядь, почти, сука. Но это вообще, на таком смерче, блядь, это пиздец. Блядь, ну тут, конечно... Японии против Японии нереально в таких условиях что-то сделать, блядь. Кого там, блядь, в руки? Пылесос. Ну ты чё творишь? Ты мог в руки уже брать. Выпинывай, выпинывай, браток. Не надо, выпинывай, блядь. Ты сейчас. Ну как он достал-то? Ну ёбаный, сука. Блядь. Смерч бежишь, друг, блядь, ну ты думай, я тебе говорю, в смерч бежишь, надо от мяча избавляться, он, блядь, затормозил, блядь. О, ёбаный в рот. Я за чё, ты, даже когда правильно выходишь, ты, блядь, творишь хуйню. Ты мог бы, когда смерч бежал, удар нажать? Нет, блядь, ты в смерч ушёл. Я немного не успел, там же видно было, что я замахнулся. Ну все, мы проебали, блядь. Пока не вышел бы ты, мы бы не проебали. Была бы ничья сейчас, блядь. Ну, блядь, пизду еще залупу поставили. Не ставьте такую залупу в пизду. Только по соглашению давайте погоду ставить. Наставит хуйни всякой, блядь. На хосте, да еще Японии, блядь. Попробуй тут что-то сделай, блядь. 2-2. 2-1 или 2-2? 2-2, блядь. 2-2. Заходи, третий. Ты заходишь, блядь, третий. Не на... А, давай, да. Он не совсем издевается. Thank you.
Мне 12. Классные хаки, братки. Потом будете еще кто-нибудь играть? Только, блядь, сразу говорить. Я буду. Ты будешь, давитель? Ну, посмотрим. Возможно, да. Не знаю. Сколько нервов сейчас потрачу, блядь. Да как, сука, он так успел-то, блядь. Зверь. Так. Куньо, блядь, въеби всех. Да ёпта. Ай, блядь. Сам туплю. Сейчас, видишь, на себя ругаюсь, а я зачем? На тебя не ругаюсь пока. Спокойно, спокойно, браток. Ну, бери мяч-то, господи, я специально не беру, чтоб ты взял, блядь. Да сколько он может, блядь? Он уже два раза, блядь, мне кажется, брал. Ну вот так вот. Нехуй Таиландом в руки брать. Ну блять, твою за что дергаешься рано, блять. Ну, сбил он вот игрока. Он же замахнулся. И, блин, вместо того, чтобы взять мяч, он взлетел, блядь. Только он замахнулся и ветером помог. Отлично. Че, счет уже 2-2, братки? Да. Да ёбаный, сука, как он так сносит, прям аж в руки в языч, блядь, ты ёбаный твой хуй! Ты сделал худший из всех вариантов. Мог бы просто стоять на месте. Нет, ты выбежал и вверх мяча прыгнул. Это пиздец. Ты только со мной так стоишь, специально, что ли, хуёво, блядь? Вратарь. В руки. Бив сразу бегом на мяч. Давай, выпинывай. Блять, ну какой ты Таиланд, блять. Сколько у них сил они прошибают, заебали, блять. Всех ботов. Пидоры, блять. Не могу играть спокойно, когда язычу в воротах. Не знаю почему, блять. Нормально стоит. Да он стоит нормально, но вот все, что касается какой-то, блядь, игры сопутствующей, он вообще, блядь, хуёво. То есть там мяч подобрать или там, не знаю. Они коленочные, а языч, блин. Ну ты как, ты вот как ты так пасы даешь? Я охреневаю просто. Ты видишь, где вообще единичка на экране? Куда ты вечно в аут лупишь? Да ёбаный сука, урод, блядь. Как он так умеет делать жгун, блядь, постоянно? Ты свою коленку, блядь.
Я, значит, на центр вот крути ты, постоянно. Вот, ты, вот, не говори, что с тобой. Блин, ты вот издеваешься. Я говорю, на центр крути, стою в центре, ты вверх завернул. Да. За какой счет, ребята? 2-2 по мини-батлу. Языч, пожалуйста, пасуй правильно, блин. Смотри, на где игрок находится, или где он у тебя, куда он тебе говорит, блин. Или раз не давите. Да блин, невозможно. Что-то Языч вот стоит реально хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, но вот какая-то, блин, помощь от него вот нету. Хоть стоит, его, спасибо. Не, ну это да, это он нормально. Языч бежит, блядь. Давай, создавай. Давай, браток. Пасы надо научиться получше делать, и будешь вообще заебись. Так, 3-2, да? Они рано Италию взяли. Это мы. А, не крыло. Мы взяли это? Да. Чё? Молния поставь хоть раз. Не редко надо, ходить. Блядь, эту пизду, эту молнию, блядь. Так. Да ёбаный, как итальянец, блядь, проебал в чистую, сука, уроду какому-то. Я... Да тут вряд ли бы ты достал, но ты все равно проспал, хотя там нереально было достать. Отличная фраза, надо записать в анал. Не, ну ты очень поздно прыгнул, да хотя даже я просто, если бы ты прыгнул, все равно бы не достал, я к этому. Да, заменили тебя уже, браха. Чё ж виноват, что ты свалил? Эль-то, ты будешь мини-батл потом? Эль-то, пауэр. Чё это было? Он штангу ударил. Я понял, Валера, с размером мускулатуры размер мозга уменьшается, я понял. Да ёбаный, сука! Мимо пробежать, а? Да какой супер-то, он ещё от своих ворот бы его сделал, блядь. Что-то ничего не получается. Тащи, Языч. Слышите, вы что там, мини-батл играть будете? Да, играю. Не надо, иди назад, пожалуйста, не выбегай только, блин. Ну, вот сейчас они доиграют, может, с тобой сыграть. Кто их хотел? А ты что, не будешь? Ты распать не ну давай, сука, хули ты прыгаешь, блядь, лишайный. Че ты как лох, я вчера вот не спал.
Я вообще сколько уже. Вот я не тоже думал, что ты как лох вчера до 5 утра мини-бар поиграл, заняться нечем. Да вообще, что-то я там уснуть не смог. Ну уже там смысл не было, уже светло было. О, дурак, о, дурак! Выключи самолет. Мяч на мяч, смелее шагай. Супер, знаю, пускай. Чувствительно ты беру. Че, так получше достал. Да сколько же этот лось-то, блядь. Кончайся, пидор. Я хуеваю, блядь, а я зачищен на супере, блядь. Я на лосе мяч поймал, выбежал, блядь, пустил супер. А я выиграл. Ты пиздец, блядь. Невезуха. Как он ловит-то, блядь? Чё за хуйня, блядь? Да сука, урод, блядь. Не пасуется, пидор. Ну ёбаный в рот, блядь! Ну чё сложно стоять посередине? Ты же видишь, какой он позиции, что он только супер мог оттуда ударить. Стой посередине, выстави кулак, блядь. И можно даже подпрыгнуть, блядь. Я, значит, следи за игрой. Тут, блин, в игре ответы на все вопросы, блядь, как стоять вратарем. Не всегда там надо только наугадывать или только на реакции. Что творишь, друг, блин? Хорошо, что успел. Ну, что ты, блин, переживаешь? Ну ты какую-то хуйню сделал. В руки надо было брать и все. Улетит. Стопудово. Вот смотри, хорошо, опять возьму. Такая же хуйня. Если хочешь, я наспор возьму и улечу. Хочешь? Наспор в рот возьму. Ну прыгай, прыгай вниз-то. Молодец. Ну ты вообще красавчик, чё ты сделал? Блин, ну вот атаку могли сделать, чё вот ты... Супер не вышел, супер не вышел. Отдали мяч, считай, просто им. Это я, значит, это всё равно, что вот, блин, не знаю, не забить в пустые ворота, примерно такой же эффект. Мне оставь. Лучше бы ебанул, о, правильно. Давай, давай, беги. Отыгрались. Нормально. Ужас, вратарь, ну какой у них сильный. Да, хуй им. Сейчас ошибётся. Ой, блядь. Ой, блядь. Да стой, лови просто. Он тебя не прошиб бы, чё ты вот нервничаешь? Делай, делай, давай, давай, делай. Давай. Делай. Да спокойно, делай, блядь. Блядь. Чё ты, блин, мне кричишь? Ты бы она один раз сделал. Молнии нет, я знал, что нет молнии. Поэтому можно было спокойно добежать. Это какой счет будет сейчас, если мы выиграем? 4-2. 4-3. А, 4-2. Дед, в первый раз вижу, чтобы этот Италия так спокойно вратарь брал. Но он восьмидесятник, и он пропустил 3 мяча во втором тайме.
На время подходит, еще таблетку надо допить. Так, давай сдаем. Кто сейчас создает? Они. Давай я четвертым захожу. Че, попробуем какую-нибудь хуйню взять? Или серьезная команда возьмем? А у нас уже мы всю хуйню взяли, у нас нет хуйни. Настолько сильные остались. Так, они выберут сейчас, скорее всего, Италию. Ну да. А мы выберем. А, нет, они, смотри, Бразилию взяли. Камерун у нас. У нас Камерун, Германия, Италия. Ой, и Германия, и Бразилия остались. Поэтому. Давай выбирай, кого хочешь. Только не начинайте без меня сейчас, я попить. Давай. Таблетку запить. Что это там? Какой счет, пацаны? Пока 4-2. Ваша? Угу. Ну, понятно, по интонации был твоей. Да блин, каждая игра на волоске решается то в одну, то в другую сторону. Не было, по-моему, разгрома ни одного. Только когда мы Японии там у Таиланда выиграли. Какой тут пасуется? Кто-нибудь помнит? Или никакой? Оху. Ты какой командой ты играешь? Камеруном. А, хуй знает. Ждем Аязыча. Кожми. Все, готовы все? Да, готов. Жгу на пацаны готовы. Готовы. Ну, видимо, ты готовы. Его... Да. Ты мне на 10 вот этого поставил, мужика. Я тебе самого сильного поставил. Что-то не готово, походу, курить ушел. Не, он написал, жмите. Так, тихо, что он пишет? А, ну все, да, мы стартанули. Давай, чё, разводи. Заебись. Так. Хуяся. Вот это неплохо. Маяшник вытворяет. Так, рыба. Снесет. В руки снесет. Можешь, в руки можешь взять, я тебе отвечаю. А, он тебя снес, да. Снесет, да. Я же сам. Не, ну так. То, что, блин, в руки можно было брать, это 100%. Я, сука, в лужу приземлился, пидор. Ну! Да сука, как удачно-то, блядь, для них. Языч, не тупи только. Нихуя себе склеился. Да ёпта, не прыгнул, пидор. По загривку мне ебанули. Почему не угловой? Да как? Блять, сука, лужи. Блять, не надо бежать, молния, а я зачем? Ну, отлично.
это пиздец. Как да, в перекладину повезла. Я попал, хуй узнает. Вроде идеально все нажал, блядь. Давай, давай, наперед, выноси, друж. Не надо, блядь. Ты видишь, что за погода? Говорю тебе, не выходи, блядь, только не выходи, ты можешь не выходить, блядь. Ну я ему даже кричу, уже молнию ударила, не попал, все равно говорю, не выходи, он все равно. Я виноват был. Ты виноват, потому что ты выходишь. Ты нахуя выходишь? Я мяч выбил на тебя, и молнию ударила, и мяч заметил. Ну ты вышел очень далеко. Ты мог от штрафной выбить, блядь, и все. Ты вышел на центр поля, блядь, не виноват он, сука. Ты видишь, молния. Он сейчас не снесет меня. В руки не снесет, в руки бери просто. Сука, в пизду тебе, блядь. Ты на месте не мог стоять? Ты как херничаешь? Да потому что, блядь. Ты сам как бог играешь. Ты что, из команды, что ли, что там? Ты РВД, что ли? Ну ты куда меня так даже не кричит? Это полная хуйня. Если бы ты просто не умел играть, а ты пропускаешь полную хуйню. А что, РВД, если ты вас боги, что ли? Ну, РВД вообще на меня не кричал. Нормально всего. А ты такой требовательный, хотя РВД с выход 1 на 1 всегда почти забывал. А ты, видишь, даже добить не можешь. Блять, а давай я зачем? Я сейчас выйду и сам добью, блядь. Иди нахуй, вообще не выходи. Ты нихуя забить не можешь. Да пошел ты нахуй, блядь, пизду. Сидишь тут, блядь. Под руку говоришь, блядь. Урод, сука, блядь. Идиот, блядь, тупорылый. А меньше требований и оскорблений. Да пошел ты, блядь, я тебе говорю, не выходи, блядь, молния. Он выходит, блядь, и молния решает. Ты нормальный человек, блядь. О, да, я значит есть такое. Давай забивай. Ну ладно, молодец. Блять, это пиздец, ё-моё, ты какой идиот, блять. Ты просто, блять, коллекционируешь здесь идиотские виноват, действия. Да. Ты не просто... Тут я и был виноват. Блять. Блять, ты пиздец. Ты чё такой, блядь, дебил, блядь? Ну хуя ты пропускаешь всю хуйню, блядь? Давай ещё раз пропусти, хули, блядь. Три мяча проёбываем, блядь. Давай времени тяни, пасуй, блядь. Да сколько он может в руки-то брать? Уже три взял, блядь, после того, как гол пропустил. Сука. Да как у меня-то мяч оказался? Это же пиздец. Ну, сблизься с ним, блядь. Вот это, блядь. А я, значит, пизду, блядь. 5 из 6 точно, блядь, говно. Ты слишком требовательный. Да пошел ты, какой требовательный. Блять. Вот чё это такое, блядь? Я натупил. Я думал, он до лучше не добежал. Пизду, блядь. Слили матч, блядь, который, блядь, могли затащить. Тупо из-за твоих косяков, блядь. Не виноват, да? Чё не виноват-то? Мы всю игру так играем. И Шкун не забивает много, и я не забиваю. У нас равная игра постоянно. Где он больше забил? Но ты, блядь? Ты чё ты претензии ко мне? Да потому что... Распутник, он, блядь, хуйню не пропускает, блядь. Он вообще только ловит и все, я все добиваю. Потому что если я буду ловить, то, блядь, я буду отлетать. Блядь, надо знать, когда ловить, ты, блядь. 4-3 счет? Да. Ну, блядь, меня бесит, что Языч, блядь, тупит. Он угадывает мои удары большинство. То, что я забиваю, с потом и кровью забиваю. А, блин, мы пропускаем всякую залупу, блядь. В пустые ворота там, в суперы.
Он хоть один супер пропустил, вот а я что там матч, а ты на этой штуке ловит. 3 пропустил я, или 4. Я отбивал, а он ловил. И он все удары просто тупо ловит. Я так. Ты видел только что, что было? Да видел. Он рот открыл, я бы такие пролетел. Давай я буду тогда следующий матч просто стоять и суперы. Просто лови, просто стой. Вот все, что от тебя я прошу, просто стоять и все. И не выходить вообще. И выбивать сразу мне мяч. Это все равно что, блядь. Какого хрена у него денег много? Ну он, блядь, работает. Ну вот он там остался, спать уже хочу. Подожди. Ты, блядь. Чувак какой? 4-3. Второй матч, все подряд, просто супер не отбивает, а просто тупо ловит, и все. А я, ну, блядь, так он не могу. Он не все ловит, а я, значит, он когда пропустил, он как-то считает там, блядь, ловит их. Ну, он знает, срете, как ловить. Значит, не вашу пользу 4-3. В нашу пока. А ты отбиваешь все вообще удары. Это ударом лучше отбивай, если ты не знаешь, когда ловить. Я не умею. Просто не пропускай хуйню, и все. Единственное, что нужно. И не выбегай, короче, пожалуйста, я вообще поперся, не выбегай. Залей на YouTube эту фигню потом, ну, блядь, что за лаги, блядь, у кого лагает, сука? Вот, на месте прыгни, на месте, вот. Что такое? Тупальные, да? Ладно, я пошел, этот зальешь мини-баттл, если что будет еще какие, потом напишешь, я прошу, напишите. Не, у меня ничего нету, блядь. Не, вообще не запущено ничего. Все, стартуй, браток. Нет, я говорю, если по... Чё там... В смысле, не запущен? Ты ж стримишь. Не, ну я проверил, что у меня... Блядь, чё происходит? Кто-то вылетел, что ли, блядь? Я не пойму. Блядь, ну давай пизду перезайдем тогда. Пересоздайте. Короче, вы играете, на YouTube зальете, я попёрся, всё, давайте. Давай. Давай, пока. Гандон. Так, жгун, да, у нас создаёт. Ну там посмотри, может, что можно вырубить, я не знаю. Порноху выберите, у меня ноль, я чистый как бы. Самый лучший. Да хуй его знает, я просто, блядь, считать не умею, ты не думаешь, что дарить ли такой затрон. Ну давай, блядь, я тебе буду просто говорить, когда можно взять руки, когда нет. Ты только слушайся. А ты точно знаешь? Ну, большинство случаев знаю. Когда я буду молчать, значит отбивай. Ну вот в этом матче я, блядь, не понял вообще логику. Как он, блядь, вообще супер спокойно брал, а мне хуй. Давай, третий, блядь. Распутник. А, я, значит, зашел. Самый хуй ты. Давай поменьше погоды, чтобы тоже не лагало нихуя. Да пусть хотят, как хотят, так и ставят. Подожди, я управление не поставил. Блядь. Все поставил. Все поставил. А я зачем? Косяк. О, нихуя, Ася. О, огненная рыбка. Сбивай его. Ты его хуй собьешь, итальянский, блядь, ты чё? Вот, вот это молодец. Видишь, нихуя не угадал никто. Урода.
Вот это тоже молодец, видишь? Да ёбаный, сука. Да почему он у меня, блядь? Вот когда надо направление поменять, так, блядь, сука, не слушается управление, блядь. Жгун у меня раз за разом на этой хуйне ловит, на то, что, блядь, ёбаный, ну что же за невезуха-то, блядь, а? Ну что, лох? А я, значит, тащи! Хуйню пропустили какую-то, блядь? Да как, блядь, лужи там на месте, блядь, на этом... Давай, язычка, как учил. Не надо выходить молнии! Я тебе, блядь, говорил, не выходи! Ну чё ты, блядь, на нервы действуешь, а? Слишком меня не любишь сильно. Ну ты нахуя что выходишь? Ты всё, мне сразу, блядь, понимаешь, я нервничаю, я не могу ничего сделать, когда я нервничаю. Сколько нервничаешь, блядь, как баба? Я вон на чемпионате выходил. Да почему он, как баба? Ты просто, блядь, не делай то, что я тебя прошу, не делай, блядь, и всё. Ничего не было. Ты нахуя со мной стал играть, блядь? Если давай, я тебя буду просить, чтобы ты забивал. Если ты не будешь забивать, я буду кричать. Давай. Блять. Ори, только, блять, не выходи из ворот. Бери суперы, блять. Не надо выходить, блять! Вот это выбежал опять, блять. Ты вместо того, чтобы нервничать, баб. Ну потому что ты выходишь, я тебе говорю, не выходи, просто простейший, чё прошу, не выходить. И ты не можешь это сделать, блядь. Стой на месте, блядь, нахуя ты бежишь, прям в лужу бежишь, ты специально, блядь, ждёшь, пока тебя молния ебанёт. Бежит в лужу, только потом пас даёт, блядь. С места бей, нахуя тебе разогнаться-то надо, блядь. Вот это поворот. Какого хуя он не поймал супер рыбку? Я не понял. Потому что его пробили, блин. Или не знаю, что там было, блядь. Ну, почему, блядь? На него иди, правильно. Вот сейчас отлично сыграл. Не жмись к воротам. Ну а что я мог? Я как мог, так и сделал. Я вообще рассчитывал. Был уверен, так. И там куча такой народу, блядь. Смотри. Еще, блядь, он ударил. В руки подпрыгни на месте, вот. И давай сразу бей, не вбеги в лужу. Ну не так, господи, языч. Ну ты, блядь, подпрыгни на месте головой, чтобы вынести. Как, блядь? Ты чё, в детском саду, что ли? На мяч! Ну ты, блядь, он в штрафной был мяч. Ты мог его в руки взять, я тебя, блядь, конечно... Хватит нервничать. Ну ты, блядь, пас не можешь, блядь, мне отдать. Блядь, все, я видишь, нервничаю, начинаю хуйню творить. Я тебе с места дал. В этот раз с места дал, как ты говорил? Да, я имел в виду, что... Да ты дословно, может, я тебе еще буду вверх-вниз управлять. С места значит не выбегать, а не значит низом сразу, блядь, врагу отдать. Не надо управлять. Не. Давай только без нервов. Я не могу, потому что ты, блин, провоцируешь. Смотри. Да ёбаный, почему рыба, сука? Почему необычный удар, блядь, пидор? На него выйди, блять. Да, тут я ничего не мог делать.
повтори еще раз. В руки. Ёбаный. С прыжка выноси на двойку. Блять. Я уже видел, что ты врагу выносишь. А я зачем? Это так сложно, блять, вынести правильно, а? В руки. На мяч. Не беги, пожалуйста, не беги. Пускай красный, блять, в пизду. Красный пусти. Молнии, красный лос, блять, красный пусти. Сука. Вот и все, ты пиздец. Ну ты, я тебя просил красный, вот, блять. Нахуя нервы трепать, блять. Все, мы выиграли мини-батл, даютель. Ты пиздел, блядь, как лох. Решающий гол я забил. Все, оформляй. Блять, я с тобой вообще не буду играть. С тобой это пиздец. Ну и не играй. Ну ты, ты нахуй. Хуйню творил, блядь, весь мини-батл, блядь. Ты иди ты в жопу. Молодец, что, блин, забил, конечно. Все, давай. Объявляй. Все, победить. Ай, блядь, сука. Говори, кто выиграл. А какой матч слил Жгун Распутник? Сейчас, погоди, мне тут это. Но он решил состав уравнять. Я же тоже играл Таиландом против Аргентины. И он решил, видимо, Таиланд взять, как я понял, чтобы уравнять составы, наборы. Чтобы на решающую игру не остаться. Да это не ошибка. Просто если максимальное количество игр играешь в мини-батле, то есть 9, тебе в любом случае придется брать либо Сенегал, либо Таиланд. Ну, как бы, девятую команду. Просто я взял ее в начале. Жгун решил, как бы, повторить. Ну, это да, в принципе. Не, вы коленками, да, меня. Ну, не боты Жгун сбивали, а ты меня сбивал. Ты как-то очень ловко, блин, этим своим персом коленки делал. Ты меня раз пять, наверное, за матч вшиб, когда я уже один на один выходил, блин. Бля, чё вы без голоса, блядь, пацаны? Вот, видишь, мы с голосом Саязычем. Да, я сам в ахуе. Мы нервничаем, да, ругаемся, блядь. Играю, у нас, блядь, эмоции какие-то, блин. Вот этот гол 3, он, блядь, на то и есть, чтобы эти эмоции все, блядь, пережить. А когда вы, блядь, молчите, мне кажется, чуть не то все равно, блядь. Да бывает такое, что играю мини-баттл и один пизжу, блядь. Это вообще ад. Ну ты видел, блядь, Жгун, как я как злюсь там, как я нервничаю, блядь. Это же, блядь, охуенно потом стрим смотреть, блядь, поржать можно, не знаю, там, блядь. А когда просто все молчат, как-то даже неинтересно нихуя. Поэтому люблю играть с РВД, раньше со Стебаном, потому что они вечно, блядь, подъебывают, что-то пиздят, ругаются друг с другом, блядь. Как мы сейчас с Аязычем ругались. Я не ругался с тобой, просто удивлялся тому, что ты меня не доверял. Потому что эмоции, блядь, Аязыч, эмоции, там, все, ты, блядь, слишком много этому внимания. Там было много моментов. Внимание, тебе никто не доверяет, Аязыч, потому что лох. Блин, там было много моментов, в которых я мог просто сам идти к Даши к воротам, а ты начинал истерить. Аязыч, ты стоял отлично, вот реально, ты отлично отстоял. Кстати, стрим идет. Стрим идет. Я могу сказать на стрим, что стоял охуительно. Ты на воротах стоял охуительно. Ты просто нужно. Вратарь это не только вот отбил мяч. Это подбор мяча, да, после отбивания. Вот когда ты отбил, очень много тебе забили с добивания. Там не везде ты мог спасти, но где-то ты мог спасти. То есть подобрать мяч, там выйти на нападающего, сократить дистанцию там на подборе. И вратарь это еще, блин, пас нападающему обязательно. Вот с пасом у тебя пока проблема. Ты очень неточно выносишь. Странно, а когда я играл с этим, с РВД я всегда выносил, а он никогда не жаловался. Ну, Жгун, не знаю. Но все-таки Аязыч там играет, да, там, может, там, 2 недели, 3 недели в гол 3 всего. Он до этого вообще не играл, поэтому для него
тот уровень, на котором сейчас стоял, он вообще офигенный. Вот. Ну, это просто распутник. Смотри, когда на результат играешь, то все так играют. Когда просто товарищеские там, то не так играют. А это мини-баттл, поэтому тут все играли на результат. Поэтому, блин, добежать под перекладину, да, самый легкий способ забить. Ну, Жгун, не знаю, почему он меньше таких ударов использовал. Может, он не уверен был, что он там в том или ином эпизоде смог бы так ударить. Может, не получалось тупо, как у меня на пенальтях сегодня. Мы же с тобой, Распутник, играли. Я все ударил в перекладину. Всю серию бил в перекладину. Ну да. Да не получается все время в перекладину, блядь. Ну вот, ты видел, как я играл сегодня с Распутником пенальти? Я в каждый, блин, в каждых пенальти 2-3 удара бил просто в перекладину, и все. Вот не перло. А сейчас играли нормально, забивал под перекладину. Вот хуй знает почему, блядь. Тут не получится как бот играть в Гол 3, если ты не тотальный задрот. Просто не получится. Ну, посмотрите вчера наш стрим, блядь, батл, это вообще угар. Ой. Ладно, что, наверное, будем завершать тогда трансляцию. Да, давай, говори, кто выиграл. И... Это так. Был мини-батл, встречались... Давитель Аязыч против Жгуна и Распутника. Счет 5-3 в пользу Давителя Аязыча. Всем спасибо, кто смотрел. Да, вот такая отрыжка. Всем напоследок. Пока. До свидания.